Безусловно, такие встречи, как были проведены сегодня, и уже несколько встреч было проведено ранее, они, безусловно, полезны и необходимы, потому что власть видит те проблемы непосредственно с первых уст, которые волнуют жителей. И очень хорошо, когда информация доходит напрямую, не через какие-то коридоры власти, а напрямую. И очень отрадно видеть, что встречи длятся по три с лишним часа, каждая встреча. И в зале не остается ни одного человека, которому не дали бы микрофон. На мой взгляд, это вот как для, скажем так, функции общественного контроля, это очень важно, что все жители, которые есть что сказать, они все высказывают свою позицию и доносят это до главы.